Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ЕГА. Ну что же, пойдемте искать с вами пропавших пьяниц, которые в лесу где-то заблудились. Так, тихо, да елки-то палки. У нас, кстати, смотрите, очень хороший удар, он оглушает врагов. Это нам на руку, мы так сможем быстрее расправляться с противниками. Так, кабан, ну, отлично. Так, подожди, части тела, естественно, как же про них-то мы забыли. А сюда мы пройти, нет, не можем, потому что у нас тут путь прегражден. Так, жук. Ну-ка, давай попробуем. Отлично. Он тоже делится, да, я так понимаю? Подожди, я что-то не врубился. Я уже думал, что у меня молот мимо них пролетает. Нет, все, нормуль. Так, добрали остатки, как говорится, они сладкие. Ну, иди сюда, волчара. А, там еще, смотрите, друзья мои, там кабан спрятался, оказывается. И бросает в меня камни. Ну, мы его сейчас быстренько нахлобучим, да? Мы его станем. Ничего он сделать не может. Тут, кстати, локация тупиковая. Просто разбираемся с ними и уходим отсюда. Да? Погнали. Ну что же, где они тут у нас потерялись-то, эти потеряшки? Тунеядцы. Да ладно. О, бандосики. Я уже заскучал, если честно. Погоди, ребята, а почему они... Я думал, что мы их можем станить, а они почему-то все равно бегают. Немножко это странно. Так, иди сюда, паршивец. Ну давай, давай, давай. Опа, готов. Внизу я, ребята, вижу звездочку. Значит, там какое-то задание будет. Это хорошо. Мы, видимо, с вами либо кого-то найдем, либо получим какой-нибудь квест. Забираем деньги. Очень мало, кстати, дают. По одной монетке всего лишь. Это что такое у нас? Это улей. Ой-ой-ой, зря я, наверное, так сделал. Надо было издалека просто бомбануть, да и все. Так, вниз. Ага, тут тупик. Слушай, я, наверное, пойду схожу наверх. Разведочку там сделаю, да? Опять драка будет сейчас. С кем? Воу! Это кто такие? Это кто такие? Это оборотни, что ли? Или... Не могу понять. Какие-то странные существа попадаются каждый раз нам. Но это крепкие, смотри-ка. Их просто так... Ну, как сказать, просто так. Подбивается, но сложновато. И опять же здесь у нас тупик. Тухлое мясо подобрали с вами. Зачем вот так вот делать, да? Мы с вами идем просто-напросто в тупик, где просто разбираемся с врагами и идем совсем в другую сторону. Значит, вниз нам не пройти. Как-то будем обходить, судя по всему. Еще звездочка. Опа! А ты кто такой, парень? Приветствую тебя, кузнец. Господь сделал так, что наши пути снова пересеклись. Ну, вообще-то я тебя в первый раз вижу, если честно. Что тебе может быть известно о моем пути? Тебе дали задание похоронить умерших, не так ли? Это мое личное дело, а я надеюсь, что найду их живыми. Увы, боюсь, что для тебя это уже слишком поздно. Эта часть леса кишит разными тварями. Но тебе понадобится любая помощь. Не будь глупцом и прислушайся к моему предупреждению. Благослови меня. Благослови меня, отец, чтобы я смог проводить их в последний путь. Боже, пожалуйста, помоги твоим смиренным рабам. Всем этим крестьянам, у которых нет могил. Благослови этого простого человека, чтобы он смог упокоить их души. Спасибо. Ступай с Богом, кузнец. Ага, это и было его задание, да? Так, что у нас тут? Опять алтарь. Алтарь Перуна. Так ведь? Древний ветхий алтарь, посвященный богу громовержцу Перуну. Перед ним на каменной плите лежат подношения. Угу. Помолиться или сделать подношение? Слушай, я даже не знаю, что лучше сделать. Давай подношение попробуем. А что тебе отдать? У меня не так уж и много всего. Тухлое мясо. Так, подожди. Мне все нужно. Ну давай родниковую воду. Одну штучку дадим ему. Ну и пускай попробует только меня обмануть. Алтарь принял мое подношение. Я услышал раскат грома. У алтаря воцарилась тишина. Топор Перуна мы с вами получили. Хм.
Топор. Но ведь это же не топор на самом деле, да? Это у нас вот. Вызывает молнии, когда касается врага. Ух, это круто. Хм. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами что-нибудь возьмем. Наверное, хлебушек, да? В ячейку. Если что, с вами сможем подкрепиться. Так, еще одна звездочка. Ага. Вы видите мешочек рядом с телом покойного. Давай-ка без вещей мы его, наверное, похороним. Заберем мешочек себе. Обещаю использовать их с толком. И, как видите, у нас выпали монетки. Покойся с миром. Чирикают птицы. Хм. А к чему было вот это вот чирикают птицы? Ладно, давай тогда сходим пониже. Посмотрим. Опять звездочка. Опачки, еще один. Ребята, они все мертвые. На трупе видны следы вина. Так, давай, наверное, похороним. Не будем его обворовывать. Или возьмем все-таки. Давай, наверное, возьмем. Какой прок мертвецу от этих вещей? Эгоистичный я получил. Покойся с миром. Шуршат листья. Интересно, где же последний? Мне тоже интересно, почему здесь зашуршали листья. Там, кстати, птички зачирикали. Ха. Может быть, я что-то неправильно делаю? Сейчас узнаем с вами. Так, можно сходить наверх. Ага, звездочка. А вот и последний, судя по всему. Найден труп последнего пьянчуги. Слушай, наверное, мы не будем. Давай так просто. Бедняга. Прах к праху, пыль к пыли. Дует ветер. Готово. Слушай, мне кажется, надо было что-то сделать. И, судя по всему, может быть, какой-нибудь босс вышел или еще что-нибудь. Так, подожди, дай-ка я возьму вот это оружие. Будем бегать с вами с вилами. По крайней мере, мы можем с вами цепляться и перелетать. Ступай с Богом, кузнец. Я тебя понял, священник. Опять драка у нас сейчас назревает, судя по всему, да? Медведь. Оу. Тихо, тихо, тихо. Это что у нас тут за упыри еще летают? Это, судя по всему, летучие мыши. А почему они такие гигантские? Может, вампир какие-нибудь? Эй! Так, мишку убили. Ну? Чё за мышь такая здоровая, а? Посмотри, какая живучая. Даже в ближнем бою. Ты посмотри, сколько бомбить ее надо. Эй! Мышка, отдуплись! Да ну нафиг. Так долго. Я вижу еще одного медведя. И также опять мышь тут прыгает. Но с мишкой все намного проще, согласись. Давай, наверное, последний удар. Да ну. Хорош. Эй. Чё за дела, я не понял. Враг становится сильнее, судя по всему. Так, а вот с этой мышкой нам придется, наверное, повозюкаться. Ну-ка, вот так вот. Мощным ударом, даже пофиг. Даже то, что я тут накапливаю энергию. Ей по барабану. Но мы станем, и она ничего сделать не может. Вообще, смотри, просто нахлобучиваем. По чернаку. Давай, 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 Ванюша. Поднажми маленько. Неужели у нас такой слабый молот, а? Опять мишка. Медведь, иди сюда. С тобой мне проще драться, чем... Да хотя, на самом деле, с любым противником здесь можно легко разобраться. Главное, уворачиваться и не стоять на месте. Постоянно бегать. Так, медвежонок, ты уж прости. Но придется тебя наказать. Отлично, спасибо за подарочки. Части тела мы с вами заработали. Кстати, на мне копится невезение. Скоро появится лихо. Что тут у нас? О, слушай, я больше всего обожаю драться с бандитами. На самом деле. Они такие легкие. И деньги дают. Периодически. Так, острие стрелы получил. Так, опять метатели, да? Опять они. Так, монеточка. Две монеточки.
Как говорится, с миру по нитке, голому рубашка, поэтому денежка всегда нам пригодится. Еще там один стоит. Это у нас топорометатель был. Спасибо за деньги. Вот почему я их люблю бомбить. Они дают деньги. А животные дают всякие части тела. Ух ты. Барышня. Путник, ты наверняка пришел именно для того, чтобы нам помочь. Что с тобой стряслось? В нашей семье случилось большое несчастье. Мы кормили кур и петух. Кукарекал не один и не два, а целых три раза. И что? Что в этом плохого? А ты не знаешь? Даже ребенку известно, что это страшное проклятие. Если петуха в тот же день не зарезать, умрет близкий человек. Чего ты здесь сидишь с глупым выражением лица? Беги и помоги моему мужу засветло поймать петуха. Я готов, не бойся. Не трать время, переживая о будущих несчастьях. Я сейчас же с этим разберусь. Убей петуха, и я за ценой не постою, поторопись. Взволнованная жена это оказывается, да? Ну и задание у нас. Короче, убить петуха. Опять драка, да? Опа! А это еще кто такие? Что за свинорылы? Ладно, изи. А вот это что за... Я не знаю, это птичка, не птичка? Кто это такой? Что это за тварь такая? Приносит мне бандитов сюда? Скидывает. Эй, может хватит уже? Так, мне кажется, надо с ней разобраться в первую очередь, иначе она сейчас тут будет постоянно их приносить. Волка притащил на этот раз. Эй, я хоть попадаю по ней? Ну-ка. Есть, наконец-то ее подбил. Так, опять у нас этот оборотень здесь. Хорош тут прыгать мне. Молокосос, ну. Давай-давай-давай, Ванюша. Давай, вот. Подкрепимся маленечко. Потому что, ребят, здоровья было мало. Но. Да чтоб тебя! Нормуль. Ладушки, продолжаем наш путь. Так, здесь ничего не лежит хорошенького. Кроме трупиков, больше тут ничего нету. Так, это у нас уже выход, получается. Так, секунду. Давай-ка обратно сиганем. Мы еще... Так, я, видимо, пропустил сундук. Не заметил среди трупиков. Нормуль, там получили какие-то ингредиенты. Где же этот петух? Наверное, вот здесь, вот в этой стороне будет. Обычно недалеко у нас задание. Ой, а это что такое? Ну-ка. Слава богу, я боялся, что эта жена меня найдет. Муж. Что случилось? Ты что, погиб в погоне за петухом? Выслушай мою историю, но не вздумай меня осуждать, путник. Сегодня утром петух прокукарекал три раза. Участь наша была решена. Понимаешь, у меня не было выбора. Нужно было любой ценой убить петуха. Это все знают. Я увидел, как петух бежит прямо на колья и попытался поймать его, пока не улетел. Только не говори жене, не хочу, чтобы она знала о моем позоре. Так, слушай-ка, давай расскажем, наверное, да? Или сохранить тайну? Нет, я все-таки расскажу. И я не буду врать ей, даже по твоей просьбе. Нехорошо оставлять ее в неведении. Не вздумай говорить моей жене. Не то я тебя прокляну. Здорово просто. Да пускай проклинает. Мне нет дела до твоих проклятий. Семья должна узнать о твоей судьбе. Я что-то уронил. Так. Черт, а он меня проклял. Смотрите-ка. Не заставляй меня проклинать тебя. Или же нет. Ну, в общем, ребята, здесь тупик. Ой. Погоди-ка. У меня падают монетки. Здравствуйте, приплыли. Черт, и лихо за мной стало охотиться. Есть у тебя какие-нибудь новости о моем муже и петухе? Ну и что мы с вами выберем? Я думаю, надо сказать правду. Плохая весть. Бедная женщина, придется тебя расстроить. Твой муж умер. О чем ты? Говори сейчас же. Твой муж погиб, пока гонялся за петухом. Иди и похорони его, пока дикие звери не нашли тело. Идиот бестолковый, даже петух взял над ним верх. Теперь мне придется расти детей одной. Какой кошмар. Что насчет петуха?
Я нашел его в том же медвежьем капкане, что и твоего мужа. Должно быть, он пытался поймать петуха, и они вместе попались в ловушку. По крайней мере, смерть петуха сняла проклятие. 1, 2, 3. Блин, ребята, я задание выполнил, проклятие все на мне висит. Давайте-ка мы попробуем вот так вот с вами использовать пятилистный клевер. Я не хочу, чтобы Лиха меня нашла. Она у нас ломает оружие. Так, попробуем применить. Вот это совсем другое дело. Так, обратно поставим с вами, наверное, хлебушек. Слушай, а больше мы здесь, по-моему, ничего сделать не можем. Или же сможем. Давай-ка попробуем поговорить. Еще разок. Не заставляй меня проклинать тебя. Нет, короче, ничего не происходит. А вот то, что с монетки меня падает, это очень плохо на самом деле. Так что, получается, нам нужно идти на выход? А, ну да, у меня же было задание. Какое? Найти 3 пьяниц. Я нашел, я похоронил. Так? Так, значит, задание выполнено. Тогда со спокойной душой уходим отсюда. Ну, что вы мне расскажете? Судьба Ивана зависит от его выбора. Угу. Помогите мне помочь вам. Это ерунда. Никто не может идти против добродетели. Деньги приносят мне счастье. Вот, сила воли восстанавливается, когда вы получаете золото. Это, я думаю, для меня самое то. А вот то, что деньги из меня падают, это очень плохо, на самом деле. Мы можем с вами пойти в деревню, да? А можем отправиться дальше. Подожди, давай-ка посмотрим, что у нас тут есть. Так, мастерить. Ну, нам, по-моему, ничего пока не надо. Давай посмотрим, что здесь. Так, у нас не хватает руды, да, судя по всему. Аварийные обновления тоже не нужны. Вырезать руну тоже не можем мы с вами этого всего сделать. А вот то, что деньги выпадают, раздражает, серьезно. Я так буду весь путь оборачиваться обратно. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? У нас с вами 3 выбора. Так, муж вдовы был убит в лесу. Так, ожерелье искать. Давай, наверное, пойдем за ожерельем. По-быстренькому его найдем, потом придем в деревню, все это дело отдадим, завершим несколько квестов. Ваше невезение растет. Вот с чего оно вдруг вот растет? На каком основании? Ну, Ванюха, посмотрим, куда приведет меня эта дорога. Ну что опять? Ха, разбойничек. Ты-то мне как раз и нужен, радость ты моя. Так, погоди, не надо буянить, ребятушки. Давайте все по-тихому сделаем. Слушайте, ребят, мне кажется, что у меня топор уже какой-то слабенький. Раньше я их, по-моему, намного быстрее разбирал, да? Сейчас приходится немножко повозюкаться. Мне это не нравится. А вот то, что вы денежки мне оставляете, это очень хорошо. Так, у нас есть путь вниз. Я не знаю, наверх там есть, нету? Опять драка? Ну, конечно же. Я как обычно, у нас тут бандиты. Так, наверху улей. Кстати, можно его подбить. Ну-ка, давай проверим. Отлично, ну я так и думал. Это как те самые кувшины, помните, которые мы с вами разбивали? Так, ваше невезение растет. Вы учитесь быстрее, когда вам не везет. Но вы в опасности. А чему, интересно, я учусь быстрее? Как убивать? Или чему? Так, мы идем с вами искать ожерелье. Да елки-палки, мне вот это вот достало. Возвращаться каждый раз за своими монетками. Опять бандиты. Мне нравится. Побольше бы их, и у нас было бы все путем. Главное, что они дают деньги. Так, тут у нас развилочка, так скажем, да? Давай проверим, наверное, что у нас тут. А тут, как всегда, у нас драка. И опять же, бандиты. Один из подписчиков написал, что он ее прошел за 1 день. Я не знаю, ребят, может быть, он не вылазя в нее играл, в эту игру. Но я бы, честно говоря, устал. Нужно же все-таки отдыхать периодически, согласись. Ну, упал, отжался. Ну, а ты что бегаешь в капюшончике? Тут тоже у меня хламон. Так, теперь мы можем с вами подняться вот сюда, повыше. И опять будет мордобой. Сундук. Так, что мы с вами? Перелетаем, конечно же.
Деньги. Погоди-ка, а мы... Нет, тут не тупик. Мы с вами можем вон туда и дальше пройти. Удивительно, что сундук без охраны был, да? Ни одного бандита не было. Так, мишка, жуки, понятно. Все по стандарту. Внизу еще один медведь скачет. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да, ребята, удар невезения. Это говорит о том, что она мне все-таки сломала молот. Хорошо, что я запасливый. Да-да, я специально, ребята, сделал еще себе молоточки. Потому что это было суждено так. Причем у меня вроде бы невезения было не так много. Как она меня нашла? Как она вообще меня находит, а? Это лихо одноглазая, от которого я убежал в самой первой серии. Но я думаю, что мы к ней еще вернемся и накажем ее по всей строгости. Части тела. О, звездочка. Вот это хорошо, вот это меня радует. Кто это тут у нас? Пастух там, что ли? Ну да. Приветствую тебя, кузнец. Что делаешь в наших землях? Я здесь по важному делу. У меня здесь важные дела. Хочешь помочь? А я надеялся на твою помощь, но я не знаю, как тебе помочь. Уверен, в своих путешествиях тебе встречались разные люди. В том числе и хорошенькие девушки, такие, на которых жениться не грех. У тебя есть жена? Я потратил все деньги на поиски жены, объездил все земли в надежде, что кто-нибудь пойдет за меня. Но ни одна баба не захотела, говорят, слишком уродливый. А что насчет чести? Что насчет трудолюбия? Я такой страшный, что лучше бы любовь и вправду была слепа. Мне пора идти. Удачи! Прощай, кузнец. Самое интересное, что он мне даже никакого задания не дал. Я такой страшный, что лучше бы любовь и вправду была слепа. Понятно. Ладно, ребят, пойдемте дальше. Ну что опять? Ха, роднульки пришли. Ладно, нахлобучим. Тут это без проблем для меня. Для них, кстати, обычный молот самое то. Не надо тут выкаблучиваться, да? Просто вот берешь, бросаешь, и они отдупляются. Это тебе не всякие тут оборотни, летучие мыши. Ё-моё, что такое? Я потерялся где-то в кустах. Кстати, вы заметили, что проклятие-то исчезло? Деньги больше не выпадают из меня? Это хорошо. Так, давай. Минус. Иди сюда. Ну, да чтоб тебя. Подбили. Так, вверху у нас, я так понимаю, ребят, тупик. Да, здесь ничего мы сделать не можем. Давайте тогда сиганем вниз. Ага, еще звездочка какая-то. Опять какое-то задание. Так, барышня с повязочками на глазах. Я услышала человеческие шаги и почуяла запах солдата. Хм, почему солдата? Давай так, наверное. Солдат? Почему ты так думаешь? Все солдаты пахнут металлом, как и ты. Но я совсем не похож на солдата. Увы, не могу ответить. Я тебя не вижу, ничего не вижу, я слепая. Чуть не спустил он на тебя пса. Пес? Это не пес. Боюсь, твой друг медведь. А, это объясняет, почему он сожрал мою кошку. Неважно. Главное, что он мне помогает. В прошлом году мои родители умерли, с тех пор я кручусь по дому, но все сделать не успеваю. Мой друг держит воров на расстоянии. И все же, я бы хотела, чтобы кто-нибудь составил мне компанию и помогал по дому. Я так одинока. Оу, я понял. Пожалуй, я знаю подходящего человека. Я пошлю его к тебе. Кажется, ты неплохой человек, поэтому поверю, что и он тоже хороший. Спасибо, дорогой кузнец. Вот кое-что для тебя. Доброго пути. Ничего себе, ребята, она мне надавала золото. Слушайте, она же слепая, да? А там у нас уродливый пастух. Слушай, они друг другу подходят. То есть я выполню задание невзначай. Так, может быть, мне и пастух что-нибудь подкинет. Но я в этом не уверен. Ну, рассказать я ему обязан.
Да я знаю, что ты такой страшный, господи. Так, понимаешь ли? В конце концов, тебе воздастся по заслугам. Ты о чем? Есть одна девушка. Неподалеку отсюда я встретил слепую девушку. Она совсем одинока и нуждается в помощи по дому. Не знаю, как и благодарить тебя, кузнец. Я уже потерял всякую надежду. Удачи тебе во всем, доброго пути. Ну что, друзья, вот так вот невзначай мы с вами сделали доброе дело. Прощай, кузнец. Так, ну что же, девушка нам дала все-таки денег. Да, я думаю, возвращаться мы к ней не будем. Так, наверх. Конечно же, наверх сходим. Тут у нас затемнение, поэтому мы здесь с вами не были. И родные соколики тут прыгают у нас. Топорометатели. В общем, все по стандарту. Слушайте, я, знаете что, в следующий раз, наверное, пойду и скрафчу себе какое-нибудь опупенное оружие, чтобы с этими охламонами разбираться еще быстрее, да? Надеюсь, у меня хватит на это все ингредиентов. Денег, слава богу, мне за это платить не надо. Так, я думаю, здесь будет битва. О, красавцы наши. Так, ну давай разберемся. Три монетки, как с куста. Ну давай, иди сюда. Так, наверху я еще вижу, там ребята, два разбойничка бегают, вон они. Обожаю. Так, чеснок. Чесночная перчатка мне выпала. А почему перчатка? Там обычный чеснок вроде был. Ладно, не имеет значения. В общем, опять же, здесь у нас, по ходу дела, тупик. Вы это сами прекрасно видите. Ну, хоть какая-нибудь наградка была, да? Но здесь ничего, к сожалению, нету. Ладушки, погнали. У нас еще, кстати, есть путь. Куда? В другую сторону. Нам нужно тут все прорыскать. Потому что могут быть всякие сундучки, да, лежать. Ой, а это что такое? А-а-а! Что за унылая смерть? Это у нас то самое. Должно быть, это ожерелье вдовы. Еще одну жизнь оно унесло. Ну, конечно, взять. Вдова захочет получить его обратно. Ну и что же, мы с вами выходим. Мы это задание с вами выполнили. Единственное, что я проверю, все ли я здесь, ребята, обыскал. Вы уж извините, да, что я вас, наверное, так немножко притомляю своей вот этой беготней. Ну, понимаете, я же как играю. Иду туда, куда глаза глядят. А ведь могу что-то и пропустить. Какую-нибудь дорожку, отворотку, а там может быть что-то интересное лежать. А может быть какой-нибудь квестик. Вот, видите? Вот, наверх-то я не ходил здесь. А мне интересно. Что такое? Ага, жуки. Ну, жуки это тоже изи. Это как шершни, да, которые у нас тут делятся. Просто одним ударом мы всех их разносим в хлопья. Ну, так. Последний остался. Последних два, точнее, даже. Нормуль. Но, к сожалению, здесь тупик. Но я же этого не знал, а проверить должен был. Для самого себя, ребят, чтобы успокоиться. Ну, у нас тут... Ага, я вижу, 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 что вот тут тоже затемнение. Так что... Ваше невезение растет. Опять. С какого перепуга? Алтарь, посвященный Макоши. Смотри, какое умиротворенное выражение на лице ее величественного идола. Так, она в тот раз меня обманула, она мне ничего не дала. Ну, я не знаю, ребят, давай попробуем. Мне кажется, ничего она не выдаст мне. И жалко тратить что-либо. Хлебушек. Железная руда. Я не знаю, друзья мои. Стоит ли вообще заморачиваться с этим делом? Давай проверим. Ничего не происходит, наверное, я просто ей не понравился. Короче, ребята, я больше не буду ей ничего давать. Это бесполезно. Так, ну что, опять драка? Кабан. Кабан, там медведь. И опять же тупик. Но волчий клык я получил. А это, ребят, для крафта все, конечно же. Единственное, что я не знаю, для чего нам нужны вот эти вот части тела, которые мы с вами зарабатываем. И куда их тратить. Но я думаю, в скором времени мы это все с вами узнаем. Так, ничего не дал, что ли, Мишка? Жаден ты, однако. Слушай, ну вот теперь, наверное, мы все с вами обыскали. Хотя внизу, опять же, я вижу какое-то затемнение. То есть темные куски, да, карты, которые не открыты. Так, отсюда я бегал, я уже и забыл. А, да, здесь тупик. Понятно.
Ну что, остается только лишь возвращаться. Главное, что мы с вами выполнили основной квест. Мы нашли с вами ожерелье, да, для вдовы. Естественно, мы отдадим. Так, пьяниц мы с вами закопали. И у нас еще там, ой, заданий, по-моему, еще целая куча. Так, подожди-ка, у нас, ага, вот выход. Ладно, давайте выходить. И посмотрим заодно, что нам предложат. Судьба Ивана зависит от его выбора. Ну, это понятно. А, зло должно пасть. Выносливость восстанавливается, когда вы убиваете нечистые существа. Плюс один к телу. Я беру то, что мне нравится. Вилы с цепью крадут золото у врагов. Нет, что-то как не то. Давай попробуем, ребята, вот это вот. Плюс один к телу. Я не знаю, что это дает, какие нам преимущества. Потому что этим я не занимался, не прокачивал. Так, ну что, давайте-ка. У нас невезение растет, да? Надо нам клевер этот применить, пока не поздно. Погоди, а почему я не могу применить клевер? Эй, почему-то кнопка не срабатывает. Утомленная перелетом птица взмахивает крыльями. А я и не знал, что с ней можно разговаривать, если честно. Хм, подсказки. У меня для тебя есть кое-что. Но на самом деле у меня нету ничего для нее. Не принесешь ли мне кое-что? Что? Хм. Кое-что блестящее, удиви меня. Слушай, я, наверное, возьму первый вариант ответа. Есть хочу. Есть она хочет. Ладно, ребят, не будем мы с ней тут париться. Че я ей дам, если она хочет? У меня нету ни сыра, ничего. Так, мастерить тоже мы ничего не будем с вами. Хотя, подожди-ка. Дай-ка я кое-что гляну. У нас с вами есть руда. Так, металл удачи и везения. Неподвластный времени металл. И смертельно опасный металл. Давай так сделаем. Так, горячие камни. Враги становятся дружелюбнее. Так, при ударе оглушает врагов. Подойти поближе. Зачем вот это всем не нужно, а? Больше боли. Уронить копейку может враг при атаке. Давай так попробуем. А вот остальные ячейки у нас открыты. Я думаю, что когда мы с вами улучшим кузницу, откроются и остальные. Но смертоносный молот нехило смотрится, ребята. Напоминает мне чем-то оружие Аида. Так, одно непонятно, почему я не могу применить клевер. У меня, ребята, уже невезение, просто хоть отбавляй. Я не хочу, чтобы мне сломали оружие. Птица искоса смотрит на меня. Ворон, успокойся. Ну что, друзья, это дорога домой. Так, я ненадолго зайду в деревню. На, мы, наверное, с вами зайдем. Сдадим квесты. Мне это нужно. И бабульки стоят тут с веретеном. Ну что, где у нас... Так, подожди-ка. Скажи-ка, дорогой кузнец, как твоя рука? Не нужна ли тебе волшебная поддержка? Может применить чары? Благослови тебя Бог, дитя. Тело сильное, так, страдания приносят удачу. Хм. Я накладываю на тебя чары, Иван. Тело сильное. Волшебство. За небольшую плату я могу сделать копию того волшебного предмета, что у тебя есть. Ага, а сделай-ка мне, пожалуйста, вот этот вот клевер. Сколько тебе нужно, любезный Иван? Я могу сделать и одну штуку, и много. Меня не хватает. Вот, бери. Ребят, мы с вами просто размножили клевер. У меня теперь вместо одной две штуки. Слушай, ну это прикольно. Это полезно на самом деле. Ну, кто нам нужен? Где у нас вдова? Детишки мучают этого Василия тут. Издеваются над ним. А может быть ему нравится? Мы же этого не знаем. Так, вдова. Ага, вот она. Плачет у нас тут. Всхлипывает. Отдать ожерелье. Это то самое ожерелье? Боже мой, Иван, да, это оно.
Я нашел его на покойнике рядом с лисом. Повсюду валялись большие черные перья. Я так и знала. Это был соловей-разбойник. Это он убил моего бедного мужа. Прошу тебя, Иван, найди этого подлого вора и помоги отомстить за смерть моего мужа. То, о чем ты меня просишь, не так уж просто сделать, но я постараюсь. Соловей-разбойник? Я не ослышался? Хм. Это, я так понимаю, будет босс, скорее всего. Так, ну что, мы отдали ожерелье. А кому говорить по поводу... Ага, гробовщику, наверное. Ты не только хороший кузнец, Иван, но и хороший человек. Благодаря тебе их души обрели покой. Ну, спасибо тебе, гробовщик. Так, что, друзья, мы еще с вами сделали? Так, ну, уродливый пастух и, как говорится, слепая девушка — это совсем независимый был квест. Получается, что все? Да, мы с вами два задания сдали. Больше никаких героев, персонажей у нас новых нету. Так, бабулечка у нас тут стоит. Ага. Приветствую, не хочешь ли купить обереги? Давай глянем, что у тебя здесь есть. Так, трубоводника. Зачем нам этот дым? Наносит больше урона хладнокровным и невозможно оглушить. Ожерелье из высушенной змеиной кожи. Слушай, ребята, я что-то не помню, чтобы нас кто-то мог оглушить. Зачем я купил 150 монет, просто в трубу выкинул сейчас только что. Ладно, ничего не поделаешь. Давай-ка снарядим. Надеюсь, на этот раз я смогу применить. Угу. Ну все, ребята, я абсолютно чист. Невезение от меня отстало. Так. Защиту от нечисти. Нет, я, наверное, возьму по стандарту хлебушек. Потому что иногда очень выгодно нам, да, ребята, перекусить, когда очень мало здоровья. Так, невозможно оглушить. Слушай, я бы, наверное, поставил бы что-нибудь другое вместо золотого яйца, которое, в принципе, нам непонятно что дает. Согласись. Так, врагов можно восстановить выносливость. Так, пугаются прикосновений к вам. Так, а как нам сделать? Кто мне скажет, как нам сделать, ребят? Как мне поставить? Одежда презрения. Снарядить. Хм. Так, подожди-ка, я что-то не понял юмора. Как мне это сделать? Я хочу поменять. Мне яйцо, в принципе, не нужно. От него толку никакого. Я бы лучше бы этот платок, ребята, надел бы. Так. Волшебство. Ну, это понятно. А у меня денег-то хоть... А, понятно. Я, ребят, хотел сделать вторую копию предмета, а она, оказывается, не все делает. А только определенные. Ладно, ничего с этим не поделаешь. Так, птичка. Так, ну, молот у нас есть один, да? С золотым зубом. Блин, ну как же мне поменять-то, а? Снарядить не получается. Убрать его почему-то тоже у меня не получается. Я имею в виду яйцо это золотое. Может быть, я что-то неправильно делаю? Может быть, какая-то кнопка есть, которая убирает. Дедушкин молот. Хм. Нет, надо разобраться. Ну вот, например... Так, подожди секунду. Вот яйцо, да? Ага. Да, ребята. Да меня доперло. Правда, очень поздно. Ну что, одеваем. Короче, надо было просто нажать на него, на яйцо. Не там, где я кликал, а именно в инвентаре. И снять. Так, смастерить, обновить. Ну-ка посмотрим, сможем ли мы обновить. Нет, как обычно, ничего не хватает. Даже на аварийные обновления тоже. Ну и про руны я уже вообще молчу. Ну что, тогда пойдемте, у нас с вами... Сколько еще, по-моему, два задания, да, есть? По-моему, да. Ага, ага. Я вилы могу улучшить. Ты прикинь, я только сейчас это понял.
Ну, давай попробуем какой-нибудь неподвластный времени металл. Или... Да, я думаю, его возьмем. Так, и сюда можем воткнуть. Слушай, а для чего? Ну, мы же вроде бы врагов не можем атаковать. Или можем? Сейчас проверим, что у нас тут получится. Давай, Ванюша, покажи. Надежные цепные вилы. Ага. Я также могу и лопату улучшить. Металл удачи, везения. А вдруг мы что-нибудь сможем выкопать с вами? Так. Ты прикинь, да, вот эту вот кровоточивость или еще что-нибудь там делать? Мы же лопатой это драться не умеем, по-моему. Просто копаем. Ладно, фиг с ним, пускай будет. Сделаем с вами лопату. И причем опять невезение. Ох. Громадная лопата у нас. Ничего себе у нас. Что? Не понял. Так. Он что-то ныряет под землю и выныривает. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? И у нас с вами опять три задания. Тут про вдову. Я пойду, наверное, за коровой пастуха. Хочу найти, получить хвост. Это уже подарок будет для ведьмы. Лихо ищет тебя. Да, оно уже достало меня на самом деле искать. Постоянно мне мешает. Угу. С лопатой с такой. Посмотрим, куда приведет меня эта дорога. Я не могу понять. Вот что. Ничего себе, ребят, смотрите. Враги ничего не могут мне сделать, пока я под землей. Прикинь, это круто. Вот если бы я еще мог бы как-то из-под земли атаковать, вообще бы цены бы не было этой лопате. Разобрался. Ну иди сюда, олух. Ах ты, тоже метаешь топорик, да? Получи и распишись, бродяга. Так, а если... Давай, ребят, применим. Потому что, ну смотрите, как невезение уже выросло у нас. Я не хочу, чтобы это лихо меня нашло и наказало. Монетку пропустил. Каждая монетка у меня на счету. Так прикольно, да? Под землей ползаем. Как крот. Что у нас тут? Ого. Добротный алтарь, посвященный богу-кузнецу Сварогу. Подношений должно быть больше. Спасибо большое, я, пожалуй, просто помолюсь. У алтаря воцарилась тишина. Коготь Сварога. Это, опять же, ребят, для крафта все. Так, давай-ка вот так сделаем. Потому что, ну, от лопаты, на самом деле, никакого толка нет. Слушай, интересно, а мы этой вилой можем врага притягивать? Так, секунду. Разбойник? Тут? Путник, удели мне минуточку. Из нашего цирка сбежал медвежонок. Ты не видел ли его часом? Разумеется, тебе заплатят. Хм. За безопасность? Его надо найти, пока он никому не навредил. Никакой опасности, медвежонок ручной и обучен разным трюкам. Ты увидишь, что оно того стоит, обещаю. Возвращайся к себе домой. Произнеси эти слова, и он сам вернется в цирк. Если найдешь, возвращайся за вознаграждением. А какие слова-то я должен сказать? Он мне... А, вот и медвежонок. Так. Возвращайся к себе домой. Так, ребят, это что за фокусы? Тихо, Мишка, не надо буянить. Ну, совсем легко и просто. Так, подожди, а это Мишка вырос так, или это мамаша якобы этого медвежонка? Я не понял. Ладно, пойдем скажем этому бандиту, что все окей. Ты нашел медвежонка? Это не цирковой медведь. Ты мне поверил? Но я все равно тебе благодарен за то, что ты расчистил мне путь. Хм, опасная шутка. Не стоит так шутить, могли погибнуть люди. Люди могут погибнуть. Оу, это он на меня намек сделал? Лихо, 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 ребята. Опять мне сломала молот. Да чтоб ее, а, разорвало. Ну как так? Эх, молот дальней досягаемости. Только единственный у меня остался. Это лихо, вот серьезно тебе говорю. Достало меня в корень. Так, что опять? Оу, да тут целый зоопарк.
Тут у нас и кабаны, и волки. Кого хочешь. Любого на выбор. Так, тихо. Слушай, ну, либо враги слабые, либо у меня молот слишком крутой, чтобы вот я их так быстро разбомбил. Буквально по одному удару сделал. Так, ну бандит, по крайней мере, дошутился. Так, опять медвежонок. Опять, ребята, кабан уже отдуплился. Так, медведь. Слушай, я могу, но не врага притягивать к себе, а самому притягиваться к врагу. Жук, успокойся. Так, хорошо. Давай-давай бомбить. Друзья, кстати, я хотел спросить, если вам не интересно вот это вот прохождение, где я драки тут делаю, может быть, мы будем сокращать с вами? Например, уже снимать, начинать оттуда, где мы уже будем, например... Это должно быть чудище. Ничего себе следы. Посмотрите, ребят. Вот несколько больших следов. Мы будем снимать уже основные, как говорится, задания, да? Пишите, короче, в комментариях. Или все оставляем как есть. Ну что, мне кажется, что вас утомляет вот эта моя беготня туда-сюда. Так, давай их соберем. Золотишко. Почему я называю монетки золотишками, а? По привычке. Так, звездочка. Что это у нас тут такое? Этот пруд выглядит довольно оживленным. Закинуть невод. Приветствую тебя, путник. Ты поймал меня, саму щуку. Отпусти меня, и я исполню любое твое желание. Хм. Так, силу. Я хочу быть сильным. Я выкашляла этот кусочек руды. Ты знаешь, что делать, ведь это не впервой. Прощай. Теперь пруд выглядит довольно спокойным. Щуку поймали в каком-то болоте. Ну, кусочек руды она нам дала. Соответственно, мы станем сильными, если применим его на крафте. Так, давай-ка мы, наверное, сходим вниз. Я не хочу просто идти по следам пока, если честно. Что? О! Роднули красотули тут у нас. Ох, как вас много. Посмотрите. Пруд пруди, бандитов куча. А значит, мы сегодня с вами разживемся на монетке. Но, получи, распишись. Деньги только и валятся. Мне это нравится. Здесь путь перекрыт пока, да? Слушай, тут, наверное, тупик у нас будет, как всегда, по стандарту. Ну, давай. Айть. Нормуль. Так, острие стрелы выпало нам. Минус. Ну да, тут тупик. Значит, мы с вами сможем пойти в левую сторону. Все, монетки забрали. В левую сторону сейчас с вами сходим. И если там ничего нету, мы будем идти туда, где следы. Опять драка, скорее всего. И опять тупик, да? Ну, на этот раз уже медведи. Ой, медведи. Волки, кабаны. Улей. Давай-ка через улей попробуем бомбануть. Хорошо. Ну давай, давай, давай. Волчару позорного завалим. Так, и кабана до кучи. Смотри, сколько нам тут частей тела-то осталось. Ай, красота. Слушай, по-моему, тупик. Сейчас проверим. Поднимемся чуть-чуть повыше. Темную область, как говорится, уберем. И там все будет видно. Да, друзья мои, здесь тупиковая карта. Ну, в любом случае, я разберусь с этими животными. Части тела еще никто не отменял, верно? Так, сундучка никакого здесь нету? Нету. Ну что же, у нас только один с вами вариант. Идти по следам, по гигантским причем. Я не знаю, какое там чудище. Но не забывайте, что задание у нас найти корову для пастуха. Мне кажется, что фигушки мы ее найдем здесь. Погнали, идем по следам. Опасно, конечно. Так, возьмем, наверное, хлеба. Потому что если вдруг там будет какой-нибудь босс или еще что-нибудь, да, чтобы мы могли с вами подкрепиться. И, как я понимаю, мы больше трех кусков с вами таскать не можем. Оу, так, мишка маленький. Кстати, я его уже где-то видел, этого медвежонка. Белая корова мертва. Вот ее хвост. Я нашел только хвост, рядом никого не было, кроме этого медвежонка.
Хм, эх. А, во, это не твоя вина. В этом нет твоей вины, крохотное создание. Что? Что это за шум? Воу, тихо. А вот это уже, по ходу дела, как раз то животное, которое сожрало корову. Маленький медвежонок не смог. Фу, да это же босс Вата, смотри, что происходит. Да я сейчас буду его уничтожать. На изи причем, смотри. Хе. Что ты, никаких спатьки. Давай бомбить, ребята, оно восстанавливает себе здоровье. Но я же не позволю этого. Ох, сколько всего. Лапа послужит доказательством смерти этой твари. И ее силы. Так, что он там делает опять, кует? Что ты там... Ого! А вот это круто. А что мы можем с этой лапой делать, интересно? Хм. Вот так она атакует. Слушай, ну я надеюсь, прикольная штука. Так, судя по всему, здесь уже задание выполнили, да? Медведя мы убили. Ну, а, можно выйти. Так, можно выйти. Слушай, а мы всю карту с вами проверили? Я вот почему-то немножечко сомневаюсь. Ведь нельзя здесь идти по одной дорожке, да, и сразу все проверить. Вот приходится, ребята, вот так вот все обыскивать. Вы уж извините меня. Можете маленечко перемотать, наверное, да? Если тут ничего хорошего нету. Так, здесь у нас был бандит, который решил над нами пошутить неудачно. Ага. А вот здесь у нас как раз затемнение. Ну, я так понимаю, что здесь будет обычный, ребята, бой. Хотя нет, не факт. Вверху, видите, у нас продолжение. Слушай, нифига мы этой лапой отбиваем. Смотри. Ну-ка. Слушай, ну урон, по-моему, слабоват будет, да? Все-таки молотом круче бомбим. Но вы не забывайте, что мы можем с вами улучшить эту лапу. И тогда будет все совсем по-другому. Ну давай, медведь, уже успокойся. Так, забираем здесь все. Кто-то еще выжил, ага, кабан. Ну давай, на изи. Так, ну что, друзья, у нас тут, по ходу дела, тупик, да? Абсолютный тупичок. Ну что же, теперь я могу смело возвращаться, наверное, в деревню. Так, подождите-ка, я забыл забрать здесь. Или же просто пойти на следующее задание. Так, подожди-ка, по-моему, мы идем неправильно с вами. Да, здесь у нас самое начало нашего пути. Так что давайте-ка быстренько вниз. Теперь налево. Да, мне кажется, что вот так вот перекатами лучше двигаться, по крайней мере, быстрее, чем, знаешь, ножками там топать. Так, вот здесь у нас следы были, да? Вот он, медведь. Почему-то, кстати, не исчез. Обычно все противники потом исчезают, а медведь валяется. Я не знаю, стоит ли говорить пастуху про корову. А у нас, наверное, выбора не будет. Судьба Ивана зависит от его выбора. Ага, мы с вами получили уровень, судя по всему, да? Хорошо, давай посмотрим. Я знаю, что я прав. Вы учитесь, получая что-то. И чем раньше они умрут, тем лучше. Так, я, наверное, все-таки возьму третье. Вы учитесь быстрее, когда получаете деньги. А деньги мы с вами получаем очень много и часто, особенно от бандитов. Ну что же, давайте-ка, наверное, выходить с вами. Это дорога домой. Я ненадолго зайду в деревню, естественно. Естественно, друзья. Так, ну что, у нас с вами автосохранение должно сработать, да, я думаю. И мы с вами обязательно продолжим играть, ну, уже в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.